Всем привет, с вами я, Угеймс, и сегодня два охотника будут пытаться меня победить. А получится одержать победу у меня или нет, вы узнаете в этом видео. А сейчас прожимаем кнопку лайка и подписочки, и начинаем. Так, я купил себе деревянную броню, это уже круто. У меня уже 8 изумрудов. Приветик, я уже иду. Так, тому. Я иду. Петюха. Статуя меня? Там, давай. Меня. Да, будет о, у меня какие-то фейерверки, да, не прикиньте, сундука. О, фейерверк! Ух, я тебе скажу, что фейерверки делают хорошо, при одном условии. Ты не будешь ходить одну минуту на них. Значит, эти фейерверки запускают людей в космос. Окей. Кроме людей тут... Да. Кроме... О, какой-то динозавр мне дали. Теперь я буду на динозавре. У меня теперь есть динозавр. Я сейчас еду на динозавре за алмазами. В магазин. А можно не надо, пожалуйста? Не надо. Не убивай меня. Я уже железную броню себе купил. И у меня есть какой-то динозавр. И я сейчас хочу утачивать блоки. Угу. Кстати, я тут одного из вас в статую недавно превратил, я бы хотя бы... О, большие локи-блоки! О, алмазный меч выпал! О, давай идем. Слушай, меч из статуи выпал! Мне из сундука выпал из локи-блоков. Стоп, давай я тебе фейерверки проверим. Мне они нравятся! Я не хочу, я не хотел быть космонавтом, у меня не было такой мечты! Ой... Так, ладно, там большой окиблок упал туда наверх. Это мне, можно мне, пожалуйста, можно мне? Я хорошо дерусь, пожалуйста, отойди. Пожалуйста. Нет, это моё! Чё там ваше? Стоп, если вы добудете большой окиблок, то у вас будут самые лучшие вещи в этой игре. У меня всё. Броня! У него возьми. Чё вам там выпало, мне интересно? Тут еще навезение. Офигеть, у него там какая броня, бездна какая-то. Самая лучшая броня. И конец. Офигеть! Если вы узнаете, что у меня, то вы этот. Не захотите, наверное. У меня катана. Давай, говори что, говори. Давай, изумрудника, у меня дед мог. Ух, ну ты с какой команде, да помните? Да, мы помним. Было очень смешно. Я не могу двигаться нормально, у меня нет блоков. Что тебе выпало? Вот это мне выпало. Ты что там за меня какие-то бомбы кидаешь? Да, я бомбы кидаю. У меня последний фейерверк остался, мне кажется, он для тебя. Ой, мимо, ладно. Ай, ты что с моим динозавром делаешь? Ладно, я сейчас уже к вашей кровати пойду. У меня ракетная пушка, если кто не пойдет. Так. О, у меня алмазная броня заспаунилась сама. Даже покупать не надо. С чего мне? О, окиблок огромный тут рядышком упал. Мне кажется, он опять мой. Так, посмотрим, что же в нем лежит. Мне хотелось бы проигрывать, конечно, с 20 изумрудами. Надеюсь, что оттуда никакая ловушка не выпадет. Охота на ухо объявлена. Эй, динозавры убивают. Еще один ух. А чё... О, давай, ты меня подменишь. Давай, стой там. Привлекай внимание. О, теперь у меня тоже такой шлем. Ну, мне нравится, мне кажется, без шлема даже красивее. Ух, у нас идет обстрел. Не понял, я вас даже не вижу. А, они по мне вот там стреляют. Что у него там за коса? Мне кажется, мне будет очень нелегко. Это коса как в лобби, она, короче, без брони 53 урона наносит, насколько я помню. Без 53 брони. Урона, мне кажется, не, она больше наносила. Без брони. Да, я там что-то сломал. Большой окиблок. Снимай боди и дарю вам позитив. Я твою копию поранил. Как ты посмел? Так, у меня есть тоже такая коса. О, скоро у меня уже это... Агуша, протоняйся. Протоняня, пожалуйста, дай, одолжи, дай один изумрудик, пожалуйста. Так, где, меня где там? Меня убил, зубой.
Всё, ой, прям вообще за один. Блоки будут спамиться на базе, все. Слушай, блоки будут спамиться. Ух. А вы генератор прокачали? Ну, так, мне кажется, мне нужны стрелы. У него один спер, и он на той базе. Это очень. О, круто. Вы меня только заметили, да? Что за копьями, блин, бросаетесь? Ой. Да что, копьями нельзя бросаться, мы же пещерные люди. Ладно, я бегу к вам, но не золотыми же. Я не понял. А я улетаю, полетели. Есть, нет. Кубинчик. Убей. Не надо, не убивай, не убей. Ясно. Тебя там сейчас утка твоя же убьет. Так, давай-ка. Ой, ты, блин. Ай! Тебя утка кусает. Что за утка? Нет, убили утку. Как вам идея сломать вашу... Ой, ты что сделал? Ну и что, я твоего напарника убью. Он же сам кровать ломает. Нет, он ломает ее. Нет, кровать. Так, у меня еще есть кровать, может, мне тоже сломаете? Интересно, мы сломаем ему кровать? Огонь! Нет. Он отбегает нас! Ой, блин, динозавр. Так. Нет. До свидания. Я не получилось спасти. Все, он улетел в космос на крутой птичке. О, у меня тут еще какие-то штуки есть. Так, это у нас что за шарики? Сейчас проверим. Я бегу за тобой, ты один остался. Где? Он тупо слился. Вот такое получилось этот раунд. Тут было довольно легко, наверное, потому что я большой лаки-блок наш. Мне просто повезло. Я один, получается, против вас двоих. Против Волка и Кэтмена. Ненавижу эту карту. А я обожаю. Я на ней в тот раз, так что... У одного Юзи, у другого... Так, надеюсь, вы меня за первые 10 секунд не нападете. Так, я купил каменный меч. Надейся. Я защитил кровать свою. Сейчас мы побежим немножечко повыше. Ага. Давай один на один. Идем со мной. Идем. Давай, идем. Кого там один на один? Давай. Не, один. Погнали. Так, это не уже не один на один. Стойте, подождите. Чуть-чуть. Вы куда? А ну-ка, давай сюда. Так. Офигел? Давай сюда, Кэтмен. Давай. Так. Ё-моё. Я меня звук отключил. О, у тебя нет. Я, пожалуй, не верю. Волк, стой. Не могу дюпать, но сожалела. А вы что там дюпаете? Планом. Сойдет и такой. Ой, план. У них там планы вообще, да? Крутые. У нас план капкан. Да нет, так нечестно. Я думала, я буду жаловаться. Броня нечестна? Я на максимальной концентрации. Два изумруда. Спасибо за бесплатно. Два изумруда, это ладно. Волк, давай дюпать. Давай, бери железо. Будем дюпать. Что там, офигели дюпать железо? Давайте без дюпать. Давай. Не, это дюп типа на нас двоих, типа, чтобы мы вдвоем собрали железо все. А мне так не нравится. Меня этому научил Макс, так что все нормально. Да, все на него, да, сваливаем. О, привет! Да ё-моё. Спасай зарезы. Волк, быстрее нападай на него. Во. Так у меня полный хп, ты чё? А у них что? У него железный меч. Что? Ну чё, я купил себе армори? Я купил себе железную броню вообще, нафиг. Быстрее уничтожай его. Да я его уже убил. Он так быстро хотел мне сломать кровать вообще. Волк, надо было сначала его уничтожить. Так, знаешь, что я могу сказать? Что? Три минуты боя. Давай ты на нас нападешь, а мы на тебя. Давай. Знаете, у меня сейчас... Не бери. Там всем пусто. В смысле пусто? Да там ничего нет реально, я тебе говорю. Блин, крутой китобор, кстати, да? Майнер. Так, я уже покупаю себе железный меч и думаю, сейчас пойду вас убивать. Волк, план Б. Какой план Б? Что там за планы?
Что-то тебя твой дружок бросил, знаешь? Да волк, ё-моё. Волк, у меня было 6-7 изумрудов, 7 алмазов. Вот, спасибо, у меня теперь их 12. Да волк. Ну что, мне нравится, у меня много алмазов. Я сейчас куплю себе этот урон. Сейчас я пойду за алмазами и думаю, купить алмазный меч можно. Он мне решил сломать. Он мне сломал кровать, офигеть! Волк, офигеть, он крутой. Вот, вот это тебе респект. У него этот был. У него топор был, все понятно. Я, в принципе, подготовился. Бросаю фаербол и лечу к вам. Так это смешно выглядит, двое перегнали в бездну за мной. Реально смешно выглядело. Привет, Кэтман, я тебе подарок кидаю. Так, мне еще чуть-чуть изумрудов. Он там, я пока, как там? Так, сейчас я кое-чего куплю. А, вы меня из лука решили стрелять? Короче, у меня есть план, я сейчас тебе я открыл слово зачарований. О, выпал зачар. Так, у меня 11 изумрудов, я сейчас бегу, быстренько куплю себе... арбалет? Алмаз? Ну ладно. Давай ты сначала на, хотя бы на такой же, как у меня оборудование сделай, чтобы было нормально, окей? О, здрасте. Ой, блин, герой, стрелять меня из лука. Так, давайте. Ого, обои хуйки. Так, ладно, перестрелка. Мне лучше алмазную броню все-таки накопить, поэтому я буду держать центр. Так, давай, подходи. Я купил алмазную броню. Я не смогу с ними справиться с таким оружием, поэтому лучше я соберу 20 изумрудов и куплю изумрудный меч. Так, мне тут посидеть немножечко. Офигеть, оба лучники. Там у вас, я вижу, Теслы всякие стоят, так что мне там не пройти, не проехать. Волк, стой, просто тут вставай. Чего там делаете? Он нас так не попадет. Да, не попаду. Давай, попади. Фаерболами. О, я сбросил твоего друга. Так, ладно, у меня уже 20 изумрудов. Я просто тянул время для этого. Пойду-ка куплю-ка я себе изумрудный меч. Волк, план Б. Точнее, уже А, Б. Какой уже, блин, план у вас? План Д. Я купил изумрудный меч. Теперь я готов вас атаковать. Так. Интересно, эти Теслы можно от взрыва взорвать? Я не понял, ты офигел? Да, офигел. Так. Все, сломал кровать, фух, теперь надо бежать, у меня мало хп, очень мало хп. Вы что там делаете? Это твоя. Да, вы не предусмотрели, что бывают фаерболы? А, у вас там весьма большая стена. Опа, попал. Так, минус один. Один разбился. Я же говорю, плохая тактика от взрыва. Была у тебя. Сейчас я возьму твое железо, куплю фаербол. Будет. Все. Что? Вот так и делают статуи. Угу. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ну а сейчас я вам рекомендую посмотреть видео, где 4 охотника пытались меня поймать. Ну а с вами был Геймс. Всем пока.